Успешная страна – это здоровые ее жители. Занятия спортом улучшают не только физическую форму, но и повышают выносливость, вырабатывают волю к победе, совершенствуют дисциплину, в общем, укрепляют тело и дух. Значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. День физкультурника своим профессиональным праздником считают все – тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. 10 августа праздник собрал их всех вместе на городском стадионе. С приветственным словом к собравшимся обратилась исполняющая обязанности руководителя муниципального казенного учреждения «Городская служба» Галина Ивкова. Она поздравила всех присутствующих с праздником, поблагодарила спортсменов города за профессионализм и любовь к спорту и пожелала всем здоровья, бодрости, новых спортивных достижений и хорошего настроения. Затем Галина Евгеньевна вручила заслуженные награды и сувениры нашим спортсменам, тренерам и спортивным руководителям. Продолжился праздник на спортивных площадках и в акватории реки Сясь. В финальном матче по баскетболу между молодежными командами «Сестрой» и «Волхова» победу в упорной борьбе одержали хозяева 56-51. Поединок по волейболу между спортсменами из «Сестрой» и сборной «Хвалова-Алексина» завершился победой сестройской команды «Торнадо» 3-2. В турнире по мини-футболу среди ветеранов 45+, соревновались спортсмены из «Сестрой» по шее и кисельни. Победителем стала команда «Пашского труда». Показательные выступления по парусному спорту в акватории реки Сясь, как и любые соревнования в этом виде спорта, вызвали большой интерес не только среди жителей «Сестрой», но и среди гостей. Парусная регата – это всегда азарт и красота. Насладиться видом белых парусов, скользящих над речной гладью, в субботний августовский день можно было в полной мере.